Ребятки, всем привет, с вами Александр, шерстистый мамонт нам дается, потому что мы были лучшими практически в 1% лиги доминаторов, ну, по крайней мере, были на первом месте какой-то промежуток времени. Нам нормально так всего отвалили и дали нам еще одного мамонтенка. А теперь вы можете купить гибридного динозавра мамонт. На рынке гибридный динозавр мамонт? Вы что, серьезно? Это как? А что он гибридный? Ну и что он динозавр? Ну, с этим, в общем-то, мы будем разбираться позже. А у нас есть вот такое где-то вот событие интересное. Во! За 11 лямов еды я могу купить почти 5-6 тысяч генов. А, конечно же, мы этим воспользуемся. Потому что... мясо мы можем заработать. Так, соберем наборчик. Дилофазавр. Из которого сделать эрлифазавра. Если... так, у нас есть вот такие вот события. Так, штурм амфибий и сдвиг ледников. Ну, попробуем выполнить и то, и другое. Так, условия. Только для хищники X1. Мне нужен кто-то, кто съест Эриопса. Чудак, это вообще ли кто хоть может съесть его? Тираннозавром, например. Ну, тираннозавр в 2 раза круче, чем Эриопс, практически. 1,5. Можно атаковать, я думаю. Так, мне сказали спасибо за то, что я помог с компьютером. Ну и все. Что дальше? 2 амфибии будет. Так, когда там уже Юдон появится, возможность его качнуть у нас? Когда он там на рынке уже появится? Так, хищники 2 штуки. Так, ну то эти еще более слабые. Вот так. Зухамин, допустим. Ну, давайте так. Метриоринг. 2 удара надо насобирать, иначе придется бить целых 3. Ну, а я бы его пробить уже мог. Ну, зато он полностью открылся. Я теперь потрачу всего лишь 2 балла. Да, у меня запас 15. Атакует на все 3, хотя у меня 3 могло стоять в защиту. То есть, он так, наобум, пальцем в небо сделал. Ну ничего, Зухамин бьет слабо, но много. Длинноногий, длинномордный наш Зухамин. Успел. Но немножко не так, как я хотел. Так, 8 часиков у нас. Хорошо. Не посмотрел. 3 хищника условия у нас. Так, у нас теперь уровень супер редкого, да? Ну, это опять же все просто. Все просто делается. Давайте теперь возьмем какие-то 3 экзотических динозавра. Вот так. Не, не так. Вот так. Вот так. И вот так. Экзотика, вперед!
Пертозавр. Ну вот я говорю, я вот для меня образ цератозавра это как вот как выглядит монолофозавр. Вот только чуть-чуть побольше. Да? А вот в этой игре он совсем. Он здоровенный такой, как будто бы тираннозавр. Хотя он был, ну, довольно скромных размеров. Там тонна две. Две тонны где-то. Вот так. Танкуй. Не пробьет. Шесть. Ладно, сэкономим. Дадим мегалозавру еще поработать и гаргозавру. Давай, Капрзух. Тебя ждет неприятная участь. Так, я не помню, у него был бал или не было. Вроде не было. Блин, ребята, а вот вы не видели, есть какой-то фильм, где главный герой Капрзух. Я вот картинку встречал, но не помню, что это за фильм. Так, Крутозавр. Сейчас поплатится. Месть наша будет жестокая. Ну, тираннозавр, тираннозавром очень похож. Делаем скриншотики. Так интересно, какая это уже серия? 300 уже было давно у меня, по-моему. По миру юрского периода. Так, нам дали Капрзуха. И теперь у нас остался сдвиг ледников. Вот, поплаваем. Ну, давайте поплаваем. Я всегда горазд, чтобы поплавать. Ну, вот так. Ой! Ну, прикольно, да, это мегалодон, он постоянно дохнет. Эх, дали бы вы мне в руки Jurassic World Game, я бы ее переколбасил. У меня бы тираннозавр был одним из самых сильных. Еще добавил бы купу новых динозавров, которых здесь нет почему-то. Где брахиозавр мой? Дайте мне брахиозавра. Дайте мне Зауру Посейдона. Дайте мне Кархародонтозавра. Короче, противник вообще решил отсидеться. Просто всех вынес Генодуса. Без разбора. Отлично. Так. Дедикурас. Дедикураса мы качали. В конце видео я его вам покажу. Да, можно атаковать. Два удара он не выдержит. Так, ну я, соответственно, не выдержу 3. Он меня сейчас на 3 проатакует.
Ну я его должен завалить рамеолозавром. Легко, при том, даже на 2, я думал, придется бить на все 3, но хватит 2. Он защиту не поставил, перенес 1 балл. Но опять же, да, он не сможет нас завалить. Не, хотя сможет 900 на 4, легко. Ну давай. Ну вот. Как я и думал. Хотя, если я поставил 1 защиту, я должен был бы выжить. Двенадцать косарей. Так, и дальше. Да. Одним плотозавром затащим. Если нет, то одним генодусом точно. Так, два близнеца по раскраске практически. Ну, тут надо агрессивничать. Оу, Мози широко открыл рот, но это ему не помогло. Так. Да, можно еще на все 3 атаковать. Выжил. Вот гаденыш. Давайте тогда накопимся, пожалуй, немножко. Подгадаем, пока противник нас проатакует. Ну вот он и проатаковал. Правда, у нас осталось жизни совсем ничего. Делаем один. Раз, два, три, четыре, один. Так, ну, можем продуть. Если нас атакуют, мы победили без вопросов. Ну, видите, мне даже на один удар не хватает пережить. Я думаю, он попытается пробить. Не попытался. Так. Ну, я не думаю, что он 4 в защиту поставил. Думаю, не больше 3. Хе-хе-хе. Победа. Дедикурус. Или Дедикур. У него сейчас тоже такое. Можно и так называть. Угу. Гибридного динозавра. Это они там что-то с описанием нахомутали. С гибридными динозаврами. Вот наш Дедикур. Вот такой вот прикольный. Смесь какого-то броненосца. Не знаю, не кролика, и грызуна какого-то. Не вомбата, а капибары какой-то. Ну, это у нас супер редкие показатели, вообще смешные. 495 на 164. Но выглядит прикольно. И хвост булава, как у анкилозавра. Он еще так по-злому кричит. Как будто бы он горло полоскает. Так, ну вот, ребятки, такой вот красавчик. Он был, кстати, очень большим. Не помню уже точно его размера. Можете найти видосик по прокачке Дедикура. Там будет про него небольшой рассказ. Ну, на этом все. Всем пока.